добрым следующим утром. Вчера съездили, немного покопали. Наверное, все-таки отдельным видео выложу. Там немного находок было, но было интересные такие штучки. Сегодня приехали на разведку. Смотрели вчера по картам. Вот большая деревня была. Здесь была церковь где-то. Где, бог его знает, еще пока не выяснили. И здесь вот так шли дороги на деревне. Мы когда ехали, думали, наверное, даже не Кошино. Пожалуйста. Пахта, да еще бараненая. Очень интересно. И вот по краю шла дорога вот так. Туда. Крупная достаточно. Так что мы попробуем сегодня здесь походить. Будем включаться. Ну да. Вон трактор херачит. Сверху монет валялась. Непонятно какая. Непонятно. Вообще лысая. Ну, вот так вот. Не знаю, прогонит нас сейчас отсюда, не прогонит. Посмотрим. Еще одна монетка. Формат Александра II, III или Николая II. Тоже убитая. Убитая в хлам. Ну да, кружочек. Да, к сожалению. Битая в хлам. Посмотрим, пока не выгнали. Так, вон с глубины вылез. Сколько там копеек серебром? Ну тоже прибито, конечно. Походу две. Ну две, наверное. Да. А у меня тоже походу такая же. Ну вот, 43-й походу. Ну, прибитая. Да, здесь сохран, конечно, жопа. Потому что это постоянные пахотные поля, естественно. Кто бы знал, на задворках. Почему на задворках? Дорога. На деревне. Внутри деревни. Да, вот здесь надо походить. Надо в сторону туда сходить, вот по столбам. Вот здесь, короче, надо ходить. Дальше-то я смысла не вижу уходить пока. Ну, луговину бы я тоже постучала. Ну, это потом, ладно. Не убирай. Так, у нас два сигнала. Что, ты даже не снимал? Я забыл запись нажать. Так, вот, Елизавета убитая. Сейчас покажу. 1700 какой-то. Ага, и у меня маленькая вроде тоже как. Лиза. Ну да. Ладно, походим в надежде на серебро. Так, ребят, еще монетка. Что-то я забываю сегодня камеру включить. По несколько дублей луплю. Николай Первый. Ага. Ну, пока количество меди как бы оно есть. Посмотрим на остальное. Стальной сопутки, кстати, нет. Серебром. Копейка серебром. 41-й. Убитые они здесь. Ладно. Сигнальчик еще один. Трешка 61-го года. Парень дискует ездить. Сейчас разговаривали, он останавливался. Я говорю, не мешаем. Он говорит, да ты прикалываешься. Вот оттуда ушли, вот где вот находки были. Потому что там грохот сейчас. Он уедет, так тут вернемся. Пока здесь походим. Вон деревня уже. Ладно, посмотрим. Леса уже осенние становятся. Красиво.
Что-то там достали. Убитая. Деньга. Калушка. Калушка. Да, вид у них, конечно, здесь, блин, надежда только на серебро. Ну ладно, сейчас вот деревня уже. Ну не факт, что деревня-то, насколько она была богата. Может и не будет. А больше не, что снимать-то она? Да, да, ладно. Вот интересная пуговичка выскочила, смотрите. Сейчас попробую приблизить. Вроде как с каким-то узором гирька. Вот такая вот. Ладно, помоем, посмотрим. Так, советик у нас очередной. И ушко. Ну, тоже. Поздно. Поздно. В таксофон ходили звонить? Наверное. Сидели. Все. 35-й год. 35-й, похерачил. Пойдем вот туда понемножку смещаться. Ну что, двигаемся к машине, здесь что-то надоело. Не, ну сигнал-то есть. Трешка, 56-й год. Трешка, 56-й год. Здесь, да, соответственно, совет. Ладно. Ну, ребят, сейчас к машине подходим. Что-то, как он здесь дисканул, все, и сигнал пропали. Шняк только лезет. Ну, вон что-то вылезло. Что-то мне это что-то напоминает. Нет, это не оно. Не оно? А, нет. Ну, короче, неизвестный какалик. Здесь это не какалик. Серебра нет. Ладно. Ну так, ребят, переехали мы уже оттуда. На вчерашнюю полянку чуть-чуть походить, уже темнеет. Что, копейка, Николай? Вот вылетела находочка. У Любки вылетела гирька, какую я вот находил сегодня на другом поле. Такая плоская, с узором. И здесь такая же сегодня. Так что интересная штука. Ладно. Ну все, накопались, идем к машине. Здесь уже на этом поле. Еще один сигнальчик. Ну, как обычно, с охраной. Что-то серебро не лезет пока. Рядовой коп. Находок много, но толку от них мало. Раз до капота дойду, покажу. Так, ну наковырялись мы. О, штатив. Не забыть. Штатив вставил. Да, сейчас находки покажем. Ну как, монеты есть. Но это... Ну да, ладно, сейчас покажу. Что там наковыряли. Что здесь у нас? Двушка серебром. Однушка серебром. Или полушка серебром. Одна копейка, да. А это сколько? А это две копейки. Елизаветы, Николай, советы. Стихами заговорил. Скоро споем куплеты. Нет, не показываю. А я тебе и не показываю. С двух полей две одинаковые похожие пуговки. Вот они. Вот эти. С узорчиком. Ну, а так. Ну, нормально. За несколько часов полазим. Везде все пашут. Везде все... Поля большие, пахать, да, будет долго. Грохот от них. Субгамим проезжает. Распугали все. Трактора распугали сегодня нам все сказочные персонажи. Сейчас что-то расфокусировка. Распугали, говорю, все сказочные персонажи нам. Так что... Все, наверное, на сегодня. До скорых встреч!